Напоминаю, о чем шла речь. Значит, в этом я возмутила меня это, я потребовал разборки среди специалистов. Александр, смотри, ты такой специалист. Вот. Значит, там было приписано Мичурину в Яндексе, а это значит тысячи-тысячи читачей. И что там было написано? Что Мичурин учил обрезку деревьев делать в начале зимы после первых морозов. Меня это возмутило. Я сказал, ребята, давай разбираться. Вот. Я практически на 99% уверен, что это не он, что это ему приписали. Вот. Знаете, сейчас вот самая подлость наша. Вот раз осень, давай-ка учить обрезать деревья, чтобы было возможность что-то продать. Я вам покажу еще такие перлы. Вот. Смотрите, привожу ссылку. В этой файле фотографии оглавлений всех 4 томов полного собрания 1948 года. Там нет ни одного слова про обрезку плодовых деревьев. Там нет слов, что деревья нуждаются в обрезке. Любые деревья. О, не так получилось. Ладно, в общем, вы поняли, о чем речь. Итак, друзья, значит, будем считать, что ничего подобного Мичу. Я вообще, то, что я читал, я все-таки прочитать не смог, сейчас глаза болят. Читать начал поздно. И в одном, то, что я видел, да, селекция, но именно про агротехнику ни разу, нигде ничего не встречал. Что вот так вот надо обрезать, так не надо, так надо посадить, так не надо. Этого у него я не нашел. И не нашел. Александр, смотрите, спасибо вам за это разъяснение. Фактически мы реабилитируем выдающегося садовода. Так, следующий снимок. Я его показывал, не показывал. Когда-то мне его прислал кто-то из вас. Так. Он получил от меня косточки, он получил привычную ленту. Кстати, лучше из всего, что я в руках держал, я старый приватчик. И мою книгу. Вот, «Сотворение чуда». Это, наверное, у меня получилось как? Вначале кончились книги «Северный сад», она самая популярная. Почему она раньше кончилась, чем вторая книга, чем записки мои. Так, а потом закончилась мягкой обложки, дешевая, по 600 рублей. Будет вся дешевая. Потом была издана в твердой обложке. Она хоть и дорогая, но их было мало, тоже закончилась. Так, и вдруг я у себя нашел упаковку, я думал, там записки. Оказалось, что у меня есть 20 вот таких книг. На данный момент сейчас две у меня. Заказали их 18. Кто успеет, выпишет недорогой вариант. А теперь уже и дорогого нет. Так, и люди уже, когда я говорю, что нет ни то, ни другое, у меня уже начали записки покупать, хотя хотели именно эту. Итак, 18 штук готовы к переезду в вашей библиотеке. Когда-то будет раритет, а подпись моя будет оцениваться, мой автограф, уже в других этих самых валютах. Вот. Вот это интереснейшая вещь. Посмотрите. Елена Савинич. Ну, кто не знает Елену Савинич? Я стараюсь, чтобы ее узнали все любители. Почему? Единственная наша ниточка с наукой. Сейчас она аспирант. Так. Вот. Это учили люди с учеными степенями. Вот этому. А она моя ученица. И уже было несколько случаев, когда я говорил, если вот это вот, это вы будете делать, то я это откажусь, как учитель от вас. Нет, она меня нигде ни разу не подвела. Смотрите, что она пишет. Она вот это увидела, сфотографировала и пишет. Валерий Константинович, здравствуйте. Вчера была у себя в саду. Чуть не упала в обморок. Наши соседи сделали осеннюю обрезку и побелку деревьев. Посмотрите и посмейтесь, или поплачьте. У меня давление подскочило, когда я увидел вот это вот. Это что надо так деревья калечить, убивать? Вот это и есть современное, как ее назвать, современное самое состояние садоводства. И никуда от этого не деться. Нас мало. Вот. Спасибо, Елена, не подвела. Вот теперь у нас будет свой человек в науке. Так, здравствуйте, Валерий Константинович. Я можно покороче? Так, в общем, человеку сосед, скотина, взял и искалечил вот эти деревья. Так. Потому что они заглядывали через забор. Тут отрезал, тут отрезал, тут отрезал, тут отрезал. А это вообще искалечил, сволочь. Вот.
Ну и что получается? Кстати, мои соседи, мои деревни колесят, они просто приходят с ведрами и собирают сливы мои. Я показывал добрый десяток фотографий. Вот, с уникальным, с обильным урожаем, и тоже с соседями смешивался. Никаких обид. Вообще, вот у меня четыре соседа так сложилось. С одной стороны дорога, и плюс четыре соседа. Все довольны. И вот получается, что она расстроилась капитально. Вот моя переписка с ней. Вот. Ничего страшного. Сосед сделал за вас омолаживающую обрезку. Вот смотрите. Он сделал, он сэкономил. Такие вещи надо вообще бензопилой, видимо, нарезал. Тут трудно ножовкой. Вот. Так что он вам сэкономил. Время, бензин. Вот, видите. Вот это придется вам подровнять. Вот так. Дальше. Подровняйте среду, замажьте масляной краской. И все. Подробнее на одном из вебинаров. Вот этот момент. Вы их смотрите. Там и про прививки, но уже на молодых подвоях. Дело в том, что она упоминает прививку.